приветствуем вас, друзья, на канале Даниила и Ларисы. И в первую очередь, естественно, хотим поздравить вас с наступающим Новым годом. Естественно, сегодня, 31 декабря, хотим поделиться с вами замечательным рецептом. Кстати, очень легкий в приготовлении, но вам 100% понравится. Это будет новогодний карп от нашего подписчика и друга, под соусом от нашего подписчика и друга Николая Нагорнюка. Ну вот, собственно говоря, взяли мы карпа, хотя нет, карпа у нас не оказалось. Взяли вот такую уклейку, ну черт с ней, пойдет и уклейка. Ну, не знаю, кто это, плотва, наверное, да? Ну, наверное, да. Мы ее там сначала хорошо почистили, да. Очень качественно вымыли, то есть она должна быть чистенькая у нас. Да, обязательно. Да. И, в общем, у нас уже гости, видите, мы даже за закрытой дверью снимаем, поэтому у меня нет времени сейчас показывать, я вам быстро расскажу, как сделать. Значит, надо приготовить соус. Для соуса нам понадобится две веточки корицы, немножко гвоздики. И что мы будем использовать? Стакан красного вина, стакан белого вина, 100 грамм чиваса, 100 грамм рома Old Monk. Причем нежелательно его заменять другим ромом, лучше использовать именно гуанский Old Monk. Причем этот Old Monk именно привезен с Гоа. 100 грамм водки, 100 грамм итальянской граппы. И самый главный ингредиент – 50 грамм 7-летнего арарата. Иначе ничего не получится. Все это заливаем сюда. Как бы, ну вот, с нашим карпом, да, новогодним. Ну, теперь карпа, в принципе, можно выкинуть нафиг, он там не нужен. Ну и, собственно говоря, соус можно употреблять только перед Новым годом, друзья, в небольших количествах. С Новым годом вас наступает. А, кстати, забыл сказать. Следите за тем, чтобы карп был хорошенько дохлый, а лучше замороженный, иначе сволочь все выпьет. Друзья, мы с Ларисой от всей души поздравляем вас с Новым годом. Желаем вам мира и благополучия. Желаем достатка в вашем доме. Желаем мира в вашей семье. Мира в вашей стране. В общем, самые-самые наилучшие пожелания. Процветания вам, друзья, любви. Самого-самого крепкого благополучия. Ну и, конечно, не забывайте подписываться на наш канал. Оставайтесь с нами, а мы будем снимать для вас новые интересные видео. С Новым годом, друзья! Пока!